Рад видеть вас на канале Device. Сегодня у нас на обзоре монитор Asus ROG Swift PG32UQ. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на этот монитор. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. Asus PG32UQ оснащен 32-дюймовой 4K UHD панелью, которая обеспечивает до 77% больше места на рабочем столе, чем дисплей QHD. Кроме того, он обеспечивает поразительный коэффициент контрастности 1000 к 1, благодаря времени отклика в 1 миллисекунду смазывание и размытие в движении практически исключены. Этот дисплей также обеспечивает превосходное изображение с выдающимися цветами благодаря цветовой гамме DCI-P3 98%. И сертификации Display HDR600, обеспечивая потрясающие цвета для невероятно захватывающих и реалистичных игр. Широкие углы обзора в 178 градусов гарантируют минимальные искажения и изменения цвета, даже при просмотре с крайних положений. Невероятно быстрая частота обновления 144 Гц. Вы испытаете удивительно плавные игровые визуальные эффекты, дающие вам преимущество в шутерах от первого лица, гонках, стратегиях в реальном времени и спортивных играх. Данный монитор обладает сертификацией G-Sync Compatible. Это означает высокое качество изображения за счет активированной по умолчанию переменной частоты обновления экрана при подключении к видеокарте с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 30 или 40 серий. В Asus PG32UQ применяется быстрая IPS-матрица, жидкие кристаллы которой переключаются в 4 раза быстрее, чем у обычных, поэтому среднее время отклика, измеряемое при переключении между полутонами, составляет всего 1 миллисекунду. Кроме того, технология минимизации смазывания, разработанная специалистами Asus и получившая название Extreme Low Motion Blur, позволяет этому монитору выдавать более четкое изображение при показе динамичных сцен в компьютерных играх. Это способствует устранению неприятных визуальных артефактов при отображении движущихся объектов. Точная широкая цветовая палитра обеспечивает более широкий диапазон цветов с цветовой гаммой кинематографического стандарта DCI-P3 98% и sRGB 160%. Для обеспечения точности цветопередачи все мониторы проходят предварительную заводскую калибровку с отчетом о заводской калибровке. Разрешение составляет 3840 на 2160 пикселей, а разрядность матрицы 10 бит. Монитор поддерживает стандарт Display HDR600. Технология HDR поддерживает широкий диапазон яркости, обеспечивая более широкий цветовой диапазон и более высокую контрастность по сравнению с традиционными мониторами. Самые яркие белые и самые темные черные цвета подчеркивают детали как никогда раньше. Кроме того, он может достигать максимальной яркости 600 нит, что соответствует требованиям сертификации Display HDR600. Благодаря технологии Dynamic Shadow Boost улучшается отображение темных фрагментов игровых сцен. При этом светлые области остаются без существенных изменений. Это позволит быстрее заметить затаившегося в тени врага. Чем меньше времени между нажатием на клавиши и последующей реакцией игры на это действие, тем лучше воспринимается игровой процесс. Задержка отображения, как правило, меньше с ЖК-мониторами, чем с телевизорами. Причем мониторы Asus дополнительно улучшают этот параметр за счет технологии Game Fast Input, благодаря которой игра моментально отзывается на все действия пользователя. Дизайн монитора выполнен в черном цвете с логотипом Asus ROG на обратной стороне монитора, в котором встроена RGB-подсветка. Благодаря эксклюзивной технологии Asus Aura Sync, серия ROG Swift обеспечивает окружающее освещение, которое можно синхронизировать с другими компонентами и периферийными устройствами с поддержкой Aura. 5 удобных клавиш управления с легкостью позволят настроить монитор, не отрываясь от любимой игры. Эргономичная подставка монитора Asus ROG Swift позволяет настраивать угол наклона и высоту экрана, а также разворачивать его вокруг вертикальной оси. Также поддерживается крепление на стену с помощью веса совместимых кронштейнов. Габариты монитора 73 на 43 сантиметра, вес 6,1 килограмма.
Благодаря технологии Shadow Boost улучшается отображение темных фрагментов игровых сцен, при этом светлые области остаются без существенных изменений. Это позволит быстрее заметить затаившегося в тени врага. Поскольку данный монитор ориентирован в первую очередь на геймеров, в нем реализованы специальные функции, предназначенные для любителей компьютерных игр и разработанные с их участием. Они активируются с помощью кнопки Game Plus. Для уменьшения вероятности появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз, специалисты Asus разработали технологию Flicker Free, которая подавляет мерцание экрана. Эксклюзивная технология Asus Game Visual позволяет быстро настраивать монитор в соответствии с текущими задачами и условиями, чтобы получить максимально качественное изображение. Между доступными режимами можно легко переключаться нажатием на специально выделенную для этого кнопку. В мониторах Asus реализуется функция фильтрации синего света, который может оказывать вредное влияние на глаза. Степень фильтрации задается пользователем в экранном меню. На задней панели расположены разъемы: один DisplayPort версии 1.2, 2 HDMI 2.0, 2 USB 3.0, 1 USB 3.0 Type-B, один выход для аудио и наушников 3,5 мм, одно гнездо питания 19 вольт DC. В Asus ROG Swift используется внешний блок питания мощностью 52 ватта. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравится. Цена. Громоздкая подставка. Засветы по углам. А вот что покупатели оценили больше всего. IPS. 4К. Качественное изображение. 144 Гц. HDR. G-Sync. Дизайн. Качественная сборка. Легко регулируется. Удобная подставка. Если вы уже обладаете данным монитором, то в комментарии напишите нам свой отзыв о нем. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этого монитора. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Device. Скоро увидимся!